Итак, я снял упаковку с рычагов, я одел колечки на зацепы, но это еще не все. Я не готов собирать еще рычаги, потому что у нас следующий этап. Вот у нас здесь есть два отверстия, куда мы должны вставить две вставки. Вот эта вставка верхняя, она с пупырышкой под ось рычага, и вставка нижняя. Это крепеж УСМ и крепеж петли. То есть получается у нас вот в этой вставке два отверстия с резьбой М4, вот они здесь. И в этой вставке два отверстия с резьбой М4, одно отверстие здесь, а второе здесь. Это крепление 3 петли и УСМ. То есть, как вы видите, мы всячески избегаем того, чтобы делать резьбы в дюрале. На каждую резьбу у нас в обязательном порядке идет стальная вставка. Just a minute. Дочка звонит. Ладно, перезвоним позже. Вот. И, соответственно, прежде чем поставить рычаг, мне нужно поставить все вот эти оси. И вот сейчас я этим и буду заниматься. И здесь на каждой вставочке еще резиночка одета. И это тоже работа. Вот представляете, на тысячи их одеть резиночки.